Мало комбинационная игра во втором тайме у Вильяреала. В первом много комбинаций было, достаточно интересных. А во втором многие игроки просто вот не хотят с мячом расставаться никак. Ну, посмотрим, посмотрим. Вильяреал атакует, и Билетти сейчас будет вбрасывать мяч из-за боковой. А сейчас он будет подавать штрафную площадь. Опасно, удар, и 2-1! На второй добавленной минуте Сони Андерсон. Ну, вот то, о чем мы с вами говорили. Футболист, который, ну, всю игру простоял, ничего не делал, ни одного полезного действия, наверное, не было. Но такому нападающему нужен один шанс, чтобы им воспользоваться и чтобы решить судьбу матча. Две минуты добавил Лос-Санто Самар, главный тренер, ох, главный судья, разумеется, этого матча. И хватило этого Вильяреалу для того, чтобы, наверное, все-таки, чтобы выиграть. Сони Андерсон на 92-й минуте выводит Вильяреал вперед. И в Москву команда Бенито Флора отправляется в очень хорошем настроении. Билетти ввел мяч в игру. Сейчас он сделал вот такую вот навесную передачу. Ну и Андерсон великолепно в падении головой подрезал мяч в дальний угол. Тяжело, конечно, здесь было Виктору Вальдесу. Очень тяжело. Претензии, наверное, надо предъявить защитнику, который...